Сегодня в Набережных Челнах выбирают главную красавицу Сабантуя. В эти минуты в мэрии в самом разгаре финал конкурса «Сабантуй-Гузеле». Кроме того, сегодня эстафету мероприятий в честь праздника Плуга запустили жители Элеваторной горы. Репортажи с этих мероприятий мы покажем завтра. О том, что еще уготовано челнинцам, сегодня рассказали представители власти. 4 числа в 11 часов мы проводим Сабантуй для людей с ограниченными здоровьем. Мероприятие будет проходить на территории ипподрома с 11 до 15 часов. И, конечно же, самый большой Сабантуй – это у нас 5 числа. Сначала театрализованное представление полностью посвящается 130-летию Абдуллы Тукая –